Привет, друзья. Коротенькое видео сегодня. Ребят, ветер дует, ужасный ветер. Невозможно тут находиться. Вот, и поэтому я сейчас взял с собой фотокамеру. Вот, и с фотокамерой хожу. Вот, вышел с жемчужины. С жемчужины вышел, потому что там сидим, кофе пьем. И заодно вот снимаю для вас короткое видео. Пена с моря летит по всей набережной. Вот, и шторм сильный. Не знаю, слышно меня, не слышно. Дышать трудно. Дует прямо в морду. Вот, ну, скажем так, очень сильный шторм сегодня. Сильный шторм и ветер южный. Невозможно вообще находиться на набережной. Вот только в таких вот местах, где закрывает от ветра. Такое будет короткое видео. Ребят, сегодня, ну честно, невозможно находиться вот здесь. Невозможно снимать, потому что все на свете задует. Только с фотокамерой бродить. И я обязательно сейчас схожу к Вулану. Вот. С Божьей помощью, как говорится. Как я всегда говорю, что у нас впереди нас всегда есть одна минута посвятить себе. Вот. Потому что неизвестно, что будет через эту минуту. Вот. И ж, если кто подумает, что я придурочный, нет, на самом деле это не так. Неизвестно, что будет через одну минуту. Пена летит повсюду. Вот. И шторм. И пасмурно. Так, все, я возвращаюсь в жемчужину. Допиваю свой кофе и иду дальше. И иду дальше снимать с фотокамерой. У меня зеркалка с собой, Пена. С длиннофокусным объективом. Невозможно находиться здесь. Будет немножко получше погода. Будем с вами бродить. Вот. Ну а сейчас вот такая вот у нас погода, такое море. Вы уж извиняйте, что так коротко. На набережной у нас вот есть тут, по-моему, два человека я увидел. Да, голуби тоже прячутся от ветра. Вот, жемчужина работает. Кстати, рекомендую всем это кафе. Вот, для девчонок с моего канала посвящается. Сейчас сяду, буду пить кофе. Вот, хозяюшка тут прячется, да. Прорекламирую вам жемчужину. Это гаек, телевизор. Вот, и все дела. Кофе мой недопитый. Сейчас обязательно допью. Фотокамера. Вот такая вот длиннофокусная. Хорошая. Ну все, всем спасибо, все свободны, как говорится. Всем пока-пока.